Центральное место на выставке занимают фотографии семьи Зарецких. Они воспитывают 9 детей. Самой старшей дочке 21 год. Отец семейства рассказывает, зять первого ребенка предложила жена. Сформировалась идея уже более плотно, скажем так. Можно было взять в семью ребенка одного, потом посмотрели, что мы сможем осчастливить и других детей, дать будущее, дать какой-то старт, чтобы мы смогли быть трамплином. А это фотографии семьи Ковалевых. У них детский дом семейного типа. Здесь воспитывают 16 ребят. Дети помогают. Да, друг за другом, старший помогает младшим, поэтому нам не тяжело. Я бы посоветовала не бояться и брать детей, чтобы дети росли, и у каждого ребенка должна быть мама. Мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Съемки длились 3 месяца. На фотографиях истории 6 реальных семей, воспитывающих приемных детей. Всего более 30 снимков. Показаны примеры этих счастливых фотографий, этих счастливых глаз детей, где уже состоявшиеся семьи, где уже счастливые родители, уже которые привыкли, которые долго занимаются этим. В Донецкой области в интернатах и приютах воспитываются более 2000 детей. Все они нуждаются в родителях. Подобная фотовыставка может послужить толчком для тех, кто хочет усыновить ребенка, уверена организатор экспозиции. Конкретная реальная история о нескольких семьях, которые проживают в Донецке, в Донецкой области, которые, через фотографию, через какую-то личную историю рассказывают пример и показывают путь к ребенку и ребенка в путь в семью. Вот. Именно найти тех неравнодушных людей, которые готовы взять в свою семью ребенка, открыть ему сердце, душу, посвятить ему частичку своей жизни, и предназначено вот это проведение этой акции, открытие фотовыставки. Экспозиция продлится до 22 апреля. По словам Дарьи Касьяновой, они готовы принимать новые снимки детей приемных семей и дополнять ими выставку. Инга Лапикова, Георгий Жилич, «Панорама».